Thank you.
Сегодня не будет неделю. Как нам остановить? Все, стойте, стойте. Стой, 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 вот сюда, вот продолжай. Человек из-за Бога, спасися душам нашим. Правила веры, образ кротости, воздержание учителя. Я, очень священный начальник Николай, молит Христа Бога, спасися душам нашим. Правила веры, образ кротости, правила веры, образ кротости, воздержание учителя, я ведь остану твоему. Я живище истина, Дева ради сражалась и смирение высокое, нищетое богатое, очи священного начальнича Николая. Моли Христа Бога, спастися душам нашим. Ангел опьяши благодати, чистое дело радуйся, и погибку радуйся, твой сын воскресе, ты невинно дрог. Братья, икону сюда поставьте, лице, поднимите икону, лицо, на что молебен, хоть и разъявляется. Батько, у вас з боку стихар розтягнув з цієї сторони. Благословен Бог наш, всегда, нині і присно, і во веки веков. Я 2 метра сказал.
разве тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся Святому Христу по воскресению. Всему приди Христом радость, всему миру, все да благословящий Господа, Твоим воскресение Его, распятие Его претерпи. Стоящих и молящихся, милости в бое, человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ко святителе чудотворцу Николаю, во умиление сердец, помолимся. Святите, Отче наш Николай, моли Святого Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Пещи избавимый был человек.
Отец Василий, замедляй ход. Отец Василий, замедляйте, замедляйте, брат. Что это такое? Ну что это? Братья. Как убили сети и творя чудеса, ты и себе еди. Наставь меня, Господи, на путь твой, пойду воистине твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися я не твоего. Услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великом Господине, Сын нашим, святейшим патриархе Алексии, и о Господи нашим блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господи нашим высокопреосвященнейшем, архиепископе Ларионе Господине, преосвященнейшем епископе Алипи. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, почтися, избави Христово стадо от волков губящих е, и всякую страну христианскую огради, и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа труса нашей сыноплеменников и междоусобные брани, от глада потопа огня меча и напрасные смерти. И яко же помиловались и трех мужей в темнице сидящих, и избавились их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй мене умом, словом и делом от мне грехов суща, и избави мя гнева Божий вечные казни, яко да твоим ходатайством и помощью, своим же милосердием и благодатью, Христос Бог тихий и безгрешный житие даст мне пожить и веце сем, и избавит мя шу его стояния. Thank you.
Вечи избави выбрил человек от земли.